1 июня во всех живописных уголках на территории Брестской крепости жители и гости города могли наблюдать юных художников, участников творческой акции «Рисуют дети». Вдумчиво и увлеченно каждый из них создавал свою летопись цитадели. На мольбертах можно было увидеть величественные холмские ворота, казармы, объятые огнем, вражеские самолеты в небе или героев-защитников крепости. Я рисую Нюру Кижеватову как защитницу Брестской крепости. Ей было 14 лет, и вот я нарисовала здесь Брестскую крепость и Холмские ворота. Я считаю, что люди должны защищать свою родину, потому что, ну, это их родная страна, это все родное их. Они не могут просто... Вот как родина вторая мама. Я тоже нарисовала картину. На этой картине изображены казармы. И речка. Через эту речку перебирались раненые солдаты. Вот эту войну, это прошлое, это всегда надо помнить, ну и чтить тех людей, которые прошли через эту войну и подарили нам, можно сказать, жизнь. В этом году участие в акции приняли 95 ребят из Бреста, Брестского и Малорецкого районов. Работы принимались в двух номинациях – «Западный форпост Отечества» и «Жаркий июнь 1941-го». Я рисую солдата, который уже как несколько недель воюет, так как они так почти безостановочно пытаются дать отпор фашистам и пытаются спасти своих. Я рисую, как человек смотрит, как немецкие самолеты нападают на Брестскую крепость. Я считаю, что война – это страшно, больно, поэтому я помню про это. В этом году конкурс прошел в юбилейный 15 раз, а впервые международная акция была организована в 2008 году и с того момента ежегодно приурочена ко Всемирному дню защиты детей. В конкурсе приняло участие более 90 участников. Всего же за эти 15 лет у нас уже почти 1500 ребят поучаствовало в акции «Рисуют дети». И это ребята не только из города Бреста, это ребята из районов Брестской области и в этом году мы немножко расширили диапазон участников. Мы сделали еще один такой этап дистанционный. То есть мы предлагаем детям разных регионов Беларуси, либо соседних государств, нарисовать и прислать в наш адрес рисунки своих памятных мест, регионов, где они проживают. Конкурс во все годы, все 15 лет, он направлен на то, чтобы сохранить эту память. Историческую правду, историческую память о войне, об истории крепости. И я хочу сказать, что у детей наших такой очень повышенный интерес к этому. Они изучают историю. И надо видеть, с каким трепетом в этот день они проходят по Брестской крепости. И я думаю, что пускай ребенок на одну минуту остановится возле любого из памятников Брестской крепости, это будет минута памяти. Жюри пришлось нелегко, ведь все работы были яркими и проникновенными, написаны в разных техниках и стилях, но самое главное – от души. При подведении итогов определили 21 победителя. 12 ребят получили дипломы первой и второй степени. 5 работ удостоились почетного третьего места. И 4 рисунка были отмечены призом зрительских симпатий. Я буду еще раз там участвовать, поскольку мне очень понравилось проводить чуть больше времени с друзьями, так как я люблю рисовать. И, наверное, я выбрала тему «Жаркий июнь 1941 года», потому что это память, которую нужно всегда держать в себе. Мне очень понравилось участвовать в конкурсе. Это было крайне занимательно и познавательно для меня. Я хотела получить больше опыта, также насладиться этой атмосферой, также ощутить вот эту атмосферу Брестской крепости и передать это все в рисунке. Все работы участников конкурса по доброй многолетней традиции будут изданы в брошюре, которую выпустят к 21 сентября, Международному дню мира.